Что ты чувствовал, когда первый раз убил человека? Тошнота, дрожь в руках, головокружение. Было ощущение перехода какой-то грани. Сколько тебе было лет? 20. Сколько времени ты провел на войне? 1 год и 3 месяца. Страшно было? Да, нереально. Война многому учит. Она учит терпеть, думать, ждать. Если ты этому не научился, ты умер. У меня за эту войну 23 погибших товарища. Какая твоя основная цель? Вернуться в Донецк через 5, 10, 20 лет и сделать его снова тем городом, каким он был. Какое место в Украине ты можешь назвать своим домом в том понимании, в котором у тебя был дом в Донецке? Никакое. Я не могу его найти. Не могу сказать, что я себя считаю патриотом. Не могу сказать, что необходимо быть патриотом. Патриотизм это ассоциируется с вышиванкой и флагом. А на самом деле это ежедневные действия. Насколько хорошо ты качественно делаешь свое дело. Все, что я делаю, это так или иначе вот связано частично с помощью ребятам-ветеранам. Стараюсь дать им работу, дать им новую профессию, научить их чему-то новому, какому-то барменскому делу и развивать их в этой сфере. Быть 20-летним современной Украины — это, наверное, бежать вперед и не смотреть назад. Это те люди, которые построят ее будущее и скажут, как будет завтра.